Что посоветовать начинающим композиторам? Прежде всего учиться. Учиться у хороших педагогов, учиться у хороших авторов, смотреть, вникать и осваивать это мастерство, ища какие-то свои ответы. Я думаю, что у каждого здесь свой индивидуальный путь. Я скоро отмечу уже свое 46-летие и до сих пор учусь. И мне такое ощущение, что то рвение, которое у меня есть в обучении сейчас, его никогда раньше не было. Поэтому чем ты становишься старше, тем больше ты ценишь эти драгоценные вещи, которых ты можешь почерпнуть у разных людей. Опыт всегда индивидуальный.